Я гуляю по школе Альфа и хочу сейчас зайти в несколько кабинетов, показать вам, как проходят уроки, какая атмосфера в классе, сколько там студентов. Ну, в общем, хочу, чтобы вы примерили на себя обучение в английской школе на Мальте. Занятия в школе стартуют каждый понедельник. Бронировать можно хоть одну неделю, хоть 52, зависит от вас. Но, как обычно, я говорю студентам, что примерно на один уровень языка нужно от 8 до 12 недель. А самый оптимальный срок, чтобы вот прям получить замечательный, видимый результат в английском, начать говорить, даже, может быть, найти работу, достичь хорошего уровня, оптимальный срок – это 24 недели. Учителя у них из разных стран мира. Мне сейчас вот их показывали. Получается, есть и из Австралии, есть из Англии, из Ирландии, есть местные с Мальты, и есть Денмарк, Дания. И из Турции я мальчиков встретила, но у них очень хороший уровень английского. Вот это. С одним из них записала интервью. Hi, Hassan. Hello guys, how are you? So, my name is Hassan, and I'm an English teacher here in Alpha School. So, we have a very nice environment here. If you come here, I guess you'll be learning, like, you'll be talking and you'll be speaking lots and you'll be having a lot of fun. So, we are expecting you to come here. See you guys around. Thank you so much. Bye-bye. Мне понравились учителя, с теми, с которыми я здесь встретилась, я поболтала, поговорила. Вот, они произвели приятное очень впечатление. Ну, я бы, наверное, тоже с ними занималась. And I can't swim. Can. I really love swimming. I swim in Czech Republic. So can you swim? Yeah, I can swim. Big. Are you a good swimmer? Oh, maybe yeah, probably yes. Good. В школе достаточно высокий процент возврата студентов, то есть студенты, кто уже здесь учились, они приезжают снова и снова. Вот. Но это означает, что значит, качество занятий хорошее, значит, учителя им понравились, пришлись по сердцу, и они возвращаются заниматься с ними же опять. Я гуляю по школе и слышу взрывы смеха в аудиториях, и сейчас попробую зайти в классы, показать вам, как проходят уроки, какая здесь атмосфера, и познакомлю вас с учителями. Your time in the class? No. 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 Good. I'm glad you will have fun. Yes. Yes. No. Maria. Maria. No, no, no. No, no, no. No. Вот так проходят занятия в классах. Как вам? Понравилось? Кстати, про школу. Она расположена в районе Сент-Полс-Бэй. А это район, где сейчас на Мальте цены гораздо ниже на жилье. А сейчас такой период, когда жилье – это один из самых главных вопросов. Школы и курсы найти, в принципе, просто. Они начинаются каждую неделю. Места там практически всегда есть, если мы говорим там про более низкий сезон. Вот, а жилье – это вопрос такой насущный. Поэтому Сент-Полс-Бэй – это район комфортный, недорогой по цене. Здесь очень много магазинов, супермаркетов, которые работают даже иногда 24 часа. Вот здесь пляж, здесь море, масса экскурсий, всего интересного. Мне самой лично нравится этот район. И вот здесь находится школа Альфа, где можно учить английский. И вам, и детям. Тут разные программы. Тут есть даже Kids Club, где берут детей 2 лет. И могут заниматься родители одновременно, и дети в разных классах. И совмещать, так сказать, family program, когда учатся всей семьей изучают английский на Мальте. У них есть отдельные зоны, Kids Club, где дети играют. Там они проводят время, рисуют, собирают какие-то пазлы, общаются. Все они общаются на английском с 2 до 7 лет. Такой Kids Club, если у ребенка совсем нулевой уровень английского. То есть он как бы там начинает что-то ловить в процессе игры. А в дальнейшем, если у ребенка есть уже какой-то уровень, то уже даже с 5 лет можно пойти в детскую группу именно по изучению английского языка. Ну и далее там есть там более подросшие дети, допустим, подростки уже там от 12-13 лет. То есть практически все дети любого возраста, там от 2 лет, могут находиться здесь в школе вместе с родителями, заниматься либо в Kids Club, либо уже учить английский, если у них какой-то уровень языка позволяет. По ценам школа, скажем так, где-то в средних ценах. Я не скажу, что она очень дешевая. Они ее сейчас сделали более современной. Они сделали новые классы, купили оборудование, кондиционеры, меняют, сделали ремонт. То есть они стараются, вкладываются. Поэтому
цены. У них, ну, скажем так, 120 евро в неделю за длительные программы. Но, опять же, мы ждем какой-нибудь special offer. Как всегда, Open Malta пришла со своими предложениями. Мы ждем, что они рассмотрят, что нам скажут. И Black Friday. Black Friday они тоже будут устраивать. Школа организовывает массу мероприятий, activity, экскурсии, на которые можно записаться студентам и поехать практиковать английский уже в какой-нибудь очень приятной атмосфере. Здесь вот они вывозят, и можно поплавать с дельфинами, можно поехать в аквапарк, можно поехать на вечерние какие-то программы с красивой Мальтой, с Три-Сити, можно поехать в Гоза Камина. Даже на Сицилию организовывают выезды, кто хочет, разные пляжи, боулинг. В общем, заняться будет чем, и будет где практиковать английский со студентами из всех стран мира. За счет того, что район Сент-Полс-Бэй более дешевый по проживанию, видимо, общий пакет обучения плюс проживания здесь все равно выйдет дешевле, чем такой же пакет в Слиме. Вот. И, ну, и плюс есть люди, которые просто любят Сент-Полс-Бэй за все, что тут есть. Здесь много чего можно посмотреть. И здесь хорошо селиться семьям. Много детских площадок, парков. И цены. Можно снять себе просто большую квартиру за не сильно большую сумму денег. На этом все. С вами была Снежана Open Malta и Alpha School of English, где преподают английский и для взрослых, и для детей. До встречи на Мальте. Пока-пока!